Представьтесь, пожалуйста, проводится мероприятие при Тюменской. Представьтесь. Так, ваш автомобиль? Наш. Что выходит в вашем автомобиле? Что это такое? Водка. Водка, наверное, да? Где вы взяли эту водку? Откройте одну, откройте. Какая это? Царская, да? Царская, да. Вы где ее купили? В этом доме, так понимаю, да? Нет, у меня с собой была. С собой была? Одной марки? Вот. Не беспонятие. Так, понимаете, у вас с собой была. Я не смотрел ее. Вы где ее взяли? Ну, у меня была с собой. Ну, где вы взяли с собой было? Откуда вы взяли? Вы знаете, что это вот? Без понятия. А вы зачем ее взяли в таком количестве? Ну, я брал как-то бутылку, попробовал, нормально, бутылка. Вы получили деньги от кого именно? Как зовут этого человека? Его? Да. Ну, получили за что? Ну вот, с продажи. Продали ему сколько ящиков алкогольной продукции? 20. Какой именно? Вот именно этой. Водки. Какой? Ну, царская. Водки царская. Да. То есть вы получили за сколько ящиков, какую сумму? Я говорю, 20 бутылок, 24 тысячи. Так, я куда вы деньги тебе брали? Вон, я же показал. Данные денежные средства. Считай. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 тысячи. Ровно. Ну, куда должны были передать? Здесь остаются. Кому здесь? Отдаете денежные кто, средства? Кто их должен был забрать? Ну, а кто здесь занимается? А имя, фамилия, кто занимается? А? Кто занимается? Фамилия, кто занимается здесь алкоголем? Ну, кто здесь проживает? То что есть вы продали, например, к сегодня, да? Да. Эту деньги вот вы отложили. Да. Деньги, получается, для него, правильно я вас понял? Деньги, вот, все. Все, за это алкоголь зарезованный. Да. Алкоголь, знаете, то есть, а? Какие имеет маркировку, подлинную или поддельную? Это я вот не знаю. Я беру для своих нужд, для банкета, для... Пожалуйста. Вы осуществляете продажу данного алкоголя? Нет. Данные денежные средства, которые здесь находятся? Ну, это они сюда не относятся. Это не относится? Это магазин, пожалуйста, у мамы здесь есть магазин. Да, это денежные средства, я занимаюсь грузоперевозками, мне могли привезти. То есть эти денежные средства к этому не относятся. То есть это ваш алкоголь, да, получается? Алкоголь, получается, да, это мой. Имеется бутылочная водка, да, поясняет у нас участвующие лица. Литровые бутылки ориентировочные, без маркировочных предназначения. По сколько ящиков? Ну, это дополнительно посчитаем сейчас. Пройдемся с прибором. Видим, да, то есть у нас какая алкогольная продукция имеется. Финская. 25 литров. Видите, какая у нас цена. Видим, да, что первичной щитки у нас нету. Прибор показывает, все-таки сигнал указывает на то, что имеются признаки подделки. Водка царская, тоже на пьёне у нас. ПСМ. Если сигнал не слышал, то также указывает на то, что возможно данный ФСМ является поддельным. В трафилете свечение мы также не наблюдаем.